красном трико борется Алибек Акбаев. Россия, город Карачаевск. Алибеку 28 лет. Борьбой занимается в центре спортивной подготовки. Мастер спорта. 13 лет в борьбе. Тренер Азрет Джанкетов. Алибек Акбаев, бронзовый призер международного турнира Гран-при Иван Ярынин 2017 года, бронзовый призер чемпионата России прошлого года, серебряный призер международного турнира «Шахтерская слава». На построение приглашаются Анзор Рыщев, Тимур Батаров. Синим трюко Евгений Жирбаев, мастер спорта международного класса, Россия, город Улан-Удэ, Республика Бурятия. Ему 23 года, тренируется в Центре спортивной подготовки Республики Бурятия. 10 лет занимается борьбой под руководством заслуженного тренера России Валерия Иванова. Евгений Жирбаев, призер чемпионата России 2016 года. Победитель международного турнира на призы главы Республики Бурятия 2016-2017 годов. And the main day continues the match for the first and second places. The wrestler in red trick, Alibek Akbaev, presents Russia. He is 28 years old, 13 years in wrestling. His best sports results are the third place in the international wrestling tournament, Ivan Yarygin, which he took last year. Also, he is the winner of the bronze medal at the Championship of Russia. Now the score is 0-2, leading by the wrestler in blue tricks, Evgeny Zhirbayev, who represents Russia, Ulan-Ude City. He's 23 years old, 10 years in wrestling. His best results are the third place at the Championship of Russia in 2015, and also he's two-time winners of the International Wrestling Tournament on the prizes of the Hatter Republic of Korea 2016-2017. Thank you.
Руку вяжи! Анюар Гидуев, подойдите, пожалуйста, на построение. Вяжи руку! Двигайся! 5 секунд! 5 секунд!